cheese, where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? Just snip it out, let's find it. Get something better and scurry along. Go get me some of that new cheese. Go get something better. Well, well. Who moved that cheese? Where is it? Who moved that cheese? Why is it gone? Где мой сын? Однажды, давным-давно, в далекой стране жили четыре маленьких существа, которые бегали по лабиринту в поисках сыра. Он служил им пищей и делал их счастливыми. Двое из них были мышами – Нюх и Шмык. А двое других – коротышками, ростом с мышей – Ох и Ах. Несмотря на различия между мышами и маленькими людьми, в одном они были схожи. Каждый день, вставая в ранний час, они надевали спортивные костюмы и кроссовки и отправлялись на поиски любимого сыра. Для Шмыга и Нюха сыр был просто сыром. Но для Аха и Оха сыр был больше, чем еда. Он означал безопасность, хорошее здоровье, материальные блага или вообще все то, что делает любого человека счастливым. Для Аха, например, сыр означал достаток и семейное счастье. Для Уха сыр означал комфортную жизнь на вершине Камамберских холмов. Нюх и Шмык обладали хорошими инстинктами. Нюх мог безошибочно определить основное направление, в котором стоило искать сыр, а Шмык тотчас же бросался на его поиски. Ох и Ах, обладатели более изощренных мозгов, с убеждениями и эмоциями, вели жизнь более сложную и захватывающую. Вместо того, чтобы полагаться на собственные инстинкты, они пытались найти ответы в инструкциях и использовали собственный опыт. Но в конце концов, все четыре героя нашли то, что искали. И каждый из них получил возможность наслаждаться своим любимым сортом сыра. Нюх и Шмык поднимались рано каждый день и по проторенной дорожке добегали до сырной кладовой. В то время как Ох и Ах просыпались намного позже и не спеша направлялись к сырной кладовой. В конце концов, они же знали, где находится сыр, и полагали, что он всегда будет на том же месте. «Это потрясающе! Я так счастлив! Здесь столько сыра, что его хватит на всю жизнь!» Ох и Ах были счастливы и думали, что сыр никогда не закончится. Чтобы чувствовать себя еще уютнее, Ох и Ах начали расписывать стены лозунгами, один из которых гласил: «Обладание сыром приносит счастье». Через некоторое время они так расслабились, что перестали замечать, что творится вокруг. Тем временем Нюх и Шмык каждый день проверяли, не изменилось ли что-нибудь со вчерашнего дня. Они носили на шее кроссовки, связанные шнурками, для того, чтобы при необходимости быть готовыми к изменениям. Однажды утром они прибыли в сырную кладовую и увидели, что сыра больше нет. И это не было для них сюрпризом, поскольку Нюх и Шмык и раньше замечали, что запасы сыра с каждым днем понемногу тают. Мыши не стали предаваться излишнему анализу ситуации. Ситуация в сырной кладовой изменилась, поэтому Нюх и Шмык решили измениться сами. Они принюхались и устремились на поиски нового сыра. В тот же день, только позже, в сырной кладовой появились Ох и Ах и также обнаружили, что сыр куда-то исчез. Что? Нет сыра? Кто взял мой сыр? Это же несправедливо! Что будет, если сыр не появится и завтра? Все мои планы основаны на том, что сыр должен быть здесь. Поведение Аха и Оха выглядело не очень привлекательно, и уж точно было неэффективным, однако было вполне объяснимым. Поиски сыра были нелегким делом, а сам сыр значил для них гораздо больше, чем просто пища на каждый день. В то время как Нюх и Шмык быстро продвигались вперед, Ох и Ах продолжали охать и ахать. Ох! А где Нюх и Шмык? Знают ли они что-то, чего не знаем мы? Нет, это всего лишь мыши. Мы же маленькие люди, более сложно организованные и наделены способностью все понимать. Поэтому мы заслуживаем лучшей участи. Однако в настоящее время, возможно, они ищут или, может, даже нашли новый сыр. Может, нам лучше не анализировать ситуацию, а отправиться на поиски нового сыра? Ну уж нет.
Я собираюсь разобраться во всем до конца. Пока Ох и Ах решали, что же им делать, Нюх и Шмык были уже в пути. Они не думали ни о чем другом, кроме поиска нового сыра. После поиска в той части лабиринта, в которой они никогда не были, Нюх и Шмык наконец нашли огромную сырную кладовую. Тем временем Ох и Ах по-прежнему пытались выяснить, что происходит. Ах начал представлять себя нашедшим новый сыр. Он чуть ли не ощущал его вкус на языке. «Эй, Ох, пошли! Здесь все изменилось. Пора искать что-нибудь лучшее». «О, нет, там может быть очень опасно и совсем не так комфортно, как здесь. Когда-нибудь все вернется на круги своя». Как и Ох, Ах размышлял о том, что он потерял. Им овладевал страх потерпеть неудачу. И так изо дня в день Ох и Ах приходили в сырную кладовую, не находили там сыра и возвращались домой, отягощенные тревогами и переживаниями. Они пытались отрицать происходящее, им стало труднее засыпать, они теряли силы и становились раздражительными. «Возможно, если мы будем больше стараться, мы еще сможем обнаружить здесь сыр». Ох и Ах работали долгими часами. Но сыр так и не находился. Ах начал понимать разницу между просто работой и работой продуктивной. «Посмотри на нас!» «Послушай, Ох, что ты смеешься? Кто-то забрал наш сыр, и ты находишь это смешным?» «Мы продолжаем делать одно и то же и удивляемся, почему ничего не меняется к лучшему. Это действительно смешно». «О, мой сыр! Кто забрал мой сыр?» «Пришла пора нам искать нечто лучшее». «Неужели ты на самом деле решил отправиться в лабиринт? Давай просто подождем, пока нам не вернут наш сыр». «Никто не вернет его. Мы никогда не получим старый сыр обратно. Это был вчерашний сыр, а нам уже пора искать новый». «Куда я дел свои кроссовки?» «А что, если в лабиринте больше нет никакого сыра? Что, если ты его не найдешь?» «Я не знаю, Ох. Но только представь себе, какое будет удовольствие найти новый сыр». «Я не собираюсь идти обратно в лабиринт». «Жизнь меняется. Мы должны поспевать за ней». «Поспевать? Кто взял мой сыр? Кто взял мой сыр? Кто взял мой сыр?» Тем временем Ах написал на стене то, о чем он много думал последнее время. «Что бы ты сделал, если бы не боялся?» Пришло время лабиринта! Время нового сыра! И Ах устремился навстречу неизвестному. Вскоре он обнаружил, что неизведанное подстерегает его на каждом шагу. «О, здесь стоит поставить знак». Ах сделал отметку и вновь продолжил поиски. «Да, мои опасения оправдываются. Когда же ситуация изменится, и я смогу увидеть сырную станцию? Я должен следовать моим инстинктам и надеяться, что вскоре ситуация изменится. Ну-ка, посмотрим, что со мной происходит». Чаще принюхивайся к сыру, и ты поймешь, когда он начнет стареть. «Почему я чувствую себя так хорошо? У меня нет никакого сыра, и я не знаю, где его найти». Но когда перестанешь бояться, ты начнешь чувствовать себя хорошо. Не бойся больше. Чем больше Ах получал удовольствие от поиска нового сыра, тем больше он был уверен, что сыр где-то рядом.
Представляя себя наслаждающимся новым сыром, даже если тот еще не найден, я подстегиваю себя на новые поиски. В конце концов, Ах нашел новую сырную кладовую, но та оказалась удручающе пустой. Не имеет никакого значения, как сильно ты стараешься. Похоже, я опоздал. И если бы я здесь был немного раньше, я бы обнаружил горы сыра. Ах обнаружил несколько кусочков нового сыра вокруг себя. Его было не слишком много, но вполне достаточно, чтобы Ах мог продолжить свои поиски. Вернусь я, пожалуй, к Оху и расскажу ему о том, где можно найти новый сыр. Пробегая мимо надписей, которые он делал на стенах, Ах побежал на старую сырную кладовую. Ох, ты выглядишь ужасно. Я нашел несколько кусочков нового сыра. Нет. Я не думаю, что новый сыр придется мне по вкусу. Я привык совсем к другому. Пусть мне вернут мой сыр. Это безопаснее искать новый сыр, чем оставаться совсем без него. Теперь Ах понимал, что Ох не готов изменить эту ситуацию. Ах помнил, как ему нравилось искать новый сыр. Ему нравилось то, что он сейчас делал. Дар – это изменение. Аху удалось изменить свои собственные убеждения. Он знал, что изменения не всегда могут быть хорошими или нужными. Однако он понимал, что постоянные изменения – это естественные явления, хотите вы того или нет. И они оказываются неожиданностью лишь для тех, кто их не ждет. Когда ты меняешься то, во что веришь, меняются и твои действия. Ах продолжал находить кусочки сыра то тут, то там. И он надеялся, что Ох сможет наконец осознать необходимость измениться. Он рассчитывал, что его надписи укажут дорогу, идущему по лабиринту Оху. Также он рисовал на полу лабиринта стрелки, которые должны были помочь Оху найти дорогу. Теперь Ах стремительно улетал от прошлого и также быстро адаптировался к настоящему. Он продолжал продвигаться по лабиринту с еще большей энергией и скоростью. И вскоре был вознагражден. Таких огромных запасов сыра он еще не видел. Некоторые виды сыра были даже для него в новинку. О, новый сыр. Он действительно существует или мне это только кажется? Да, это настоящий сыр! И этот сыр лежал здесь все время, ожидая, пока кто-нибудь его найдет. Вкушая новый сыр, Ах стал размышлять о приобретенном опыте. И он написал на стене новый сырный кладовой. Изменения происходят постоянно, и они двигаются. Надо предвидеть перемены и быть готовым к тому, что сыр может куда-то деться. Чаще принюхивайся к сыру, и ты узнаешь, когда он начнет стареть. Быстро приспосабливайся к переменам. Чем быстрее ты оставишь старый сыр, тем скорее сможешь вкусить новый. Радуйся переменам. Радуйся приключениям. Наслаждайся вкусом нового сыра. Будь готов вновь быстро измениться и радуйся переменам. Они не оставят ваш сыр в покое. Меняйся и выигрывай. Поспевай за сыром. Интересно, прочтет ли Ох хотя бы одну из надписей, которую я оставил на стенах лабиринта? Готов ли он измениться и победить? Ах понял не только то, как сильно он изменился, но и то, как легко скатиться обратно, если чрезмерно расслабиться. Каждый день он обходил сырную кладовую, проверяя, в каком состоянии находится его сыр. И хотя запасы сыра были огромными, он часто выходил в лабиринт, обследуя новую для себя область. Он знал, как важно реально представлять существующие для себя возможности и как опасно жить изолированным в своем уютном мирке. Однажды Ах услышал какой-то шум снаружи. Неужели это Ох? Ах надеялся, что его друг все-таки найдет силы двигаться к новому сыру, найти его и наслаждаться. Or is it a new beginning?
that cheese, where is it? Who moved that cheese, why is it gone? Just snip it out, let's find it. Get something better and scurry along. Go get me some of that new cheese. Go get something better. Well, well. Who moved that cheese, where is it? Who moved that cheese, why is it gone? Gonna get you. Who moved that cheese, where is it? Who moved that cheese, why is it gone? Gonna get something better. Gonna get me some.